Всем приветики! Сегодня 1 сентября, первый день осени, а также начало учебного года. Ох, я думаю, как и у меня, у многих есть дети, которые сегодня пошли в школу. Хочу пожелать всем, самое главное, это терпение. Какой бы ни был класс, первый, пятый, восьмой, девятый, все равно мы как учились, так и учимся с детьми. Понятно, что они взрослые, все. То есть у меня сын пошел в седьмой класс, да, большой, взрослый. То есть я не проверяю, не сижу с ним, но все равно какая-то доля маленькой ответственности все равно лежит где-то проверить, где-то помочь. Поэтому, мои дорогие подписчики, да, у кого есть дети, у кого они пошли даже в первый класс, самое главное – терпение. А остальное – все будет прекрасно. Также хочу лично от себя поздравить подписчицу Галину. Галиночка, поздравляю. Это подписчица моя, которая на протяжении долгого времени поддержит меня. Человек, который проработал 30 лет в школе. Галиночка, я вам очень благодарна. Низкий вам поклон. Спасибо вам огромное за такой труд. Все дети разные, то есть каждому нужно подход, внимание. Спасибо вам огромное, вот действительно, вот кажется, это ерунда. Нет, это очень тяжело. Все-таки и нервы, и переживания. Дай Бог вам здоровья. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Школа, 1 сентября, линейка. Мама пытается сделать красивые, оригинальные фотографии и кричит сыну: «Сынок, сыночек, ну улыбнись, улыбнись, я тебя сейчас сфотографирую, давай, давай, сынок!» На что сынок маме отвечает: «Мама, я с сентября по май не улыбаюсь!»